В Екатеринодарском епархиальном управлении состоялось заседание Архиерейского совета Кубанской митрополии. Обсуждался украинский вопрос, а также текущие задачи деятельности митрополии. Присутствовали глава митрополии, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, епископ Тиейский Тимошевский Герман, викарий Екатеринодарской епархии и епископ Туапсинский Дионисий, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан, епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, а также секретарь Архиерейского совета протоиерей Илья Быстров. Прокомментировать темы заседания мы попросили викария епархии Преосвященного Дионисия. Эта встреча произошла на фоне тех нестроений в Церкви Божией, которые происходят по причине антиканонических деяний Константинопольского патриарха Варфоломея, о которых мы все знаем сейчас и переживаем за состояние жизни людей на братской Украине, за Украинскую Православную Церковь. Поэтому главным вопросом была выработка отношения архиереев Кубанской митрополии к вот этим деяниям патриарха Варфоломея и к решению Священного Синода Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Кирилла о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. Единогласно владыка митрополит и все архиереи Кубанской митрополии поддержали это решение Святейшего Патриарха. Мы молимся о братской Украине, о блаженнейшем митрополите Ануфре, об архиереях Украинской Православной Церкви, которые сейчас стоят перед лицом настоящего исповедничества. Важный вопрос совещания – сбор и подготовка материалов для канонизации кубанских святых. Было принято решение направить материалы с жизнеописаниями трех священнослужителей в комиссию по канонизации при Священном Синоде. Кроме этого, был рассмотрен ряд других вопросов, касающихся жизни кубанской митрополии.